Милутровске тем временем открылся областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера» в Доме музея Матвея Муравьева-Апостола. Прошла театрализованная экскурсия «Нить времен». В воскресенье откроется выставка, посвященная дороге ссыльных, Сибирскому тракту. Большинство мероприятий перенесли в онлайн, например, научную конференцию «Якушкинские чтения». А вот традиционных костюмированный бал из-за коронавируса отменили. Фестиваль продлится до 14 декабря и завершится возложением цветов к надгробиям декабристов Андрея Янтальцева и Василия Варницкого. Сегодня в современных условиях работать приходится очень сложно. Нет мероприятий, на которые бы приехали потомки декабристов, с которыми у нас давно сложились уже дружеские отношения. Тем не менее, в режиме онлайн пройдут многие мероприятия, на которых мы сможем повидаться.